Всем доброго времени суток. У меня оставалась красная смородина и немного здесь черный. Я взбивала все блендером до кашеобразной такой массы. Немножко добавлю сейчас ирги. Немножко ирги оставлю. На вареннике оставлю. И добавлю сахар по вкусу. Ну, примерно на здесь 2 литра красной смородины и пол-литровая баночка черной смородины. Ну, где-то вот столечко сахара добавлю и размешаю, и снова взобью. То есть получается вот такая масса будет, да? Это будет ягодное мороженое зимой, вкусное лакомиться. Всем доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Татьянин Дом. Я сегодня занимаюсь снова ягодами. Уже вторая неделя пошла, как кустики мелькают. Я взбила блендером. Это получается красная смородина. Вот до такой кашицы. Где-то что-то взбилось, где-то не взбилось. Вот попадаются ягодки. И добавила сейчас вот это ирго. Немножко. И немножко там черной смородины. Так, я добавила еще сахара 3 столовых ложки, ну, по вкусу. И будет такое ягодное мороженое. Буду заливать его в пластиковые контейнеры. Сейчас попробую. Нормально. Нормально. И зимой такое будет вкусненькое замороженное. Как мороженое. Сейчас я еще раз пробью. В принципе, знаете, взбитое вот такое можно уже сварить, там, добавить еще килограмм сахара и будет такое желе. Если его еще процедить через марлю, жмых этот многие выбрасывают или сушат там в сушилке. Я не ищу трудных путей, так сказать. Ладно, потом все это сделаю. Не получается мне ее одной рукой вытащить. Сейчас возьму контейнеры, у меня такие литровые. И у меня получится здесь 2 литра ягоды. Ну, будет 2 литра замороженного такого ягодного смузи. Или мороженое. Зимой я делаю как? Мы кушаем, в креманочке кладем и кушаем. Или с мороженым, или просто так ягодки. Добавляем морсики там делаем или вот мороженое, коктейль молочный можно сделать. Вот такое вкусненькое будет у нас ягодное замороженное мороженое зимой. Это просто витамины, кладезь витаминов. Посмотрите. Посмотрите, какая кашица получилась. Видите? Сколько много витаминов. Ирга немножко, черная смородина и красная смородина. Достаточно густое. Жмых я не выбрасываю, его можно, вот я уже говорила, через сито, но оно вообще очень вкусно зимой. Оно сейчас уже обалденно вкусно, а зимой вообще будет бомбически вкуснятина. Вот так у меня получилось. Ровно 2 баночки литровых. Здесь немножко побольше, здесь немножко поменьше. Все, разлила в баночки. Сейчас найду крышечки, закрою. Если не найду, то в целлофановый мешочек вот так и заморозку.
И я собрала вчера вот столько, 3 литра черной смородины. С того большого куста собрала. Еще там остался один куст. И половинка, потому что половинку я собрала. Так, покажу вам. Шторы. Персик лезет на подоконник, пришлось его зашторить. То есть, получается, смотрите, видите, я собрала ту часть заднюю от этого куста. И я ветку собирала и обрезала ее тут же. Воробушки прилетели. Вот. И оставлю от корня где-то сантиметров 15, оставлю в зиму. Мне осталась еще вот эта сторона. Ой, сколько воробушков прилетело. Ага, вот эту сторону. Ну, я сегодня только буду собирать, попозже поеду. Пойду соберу, потому что я вчера секатором намазолила себе мозоль. И вот такой волдырь у меня где. Вот такой волдырь у меня получился. Сегодня я не могу, вот видите, сегодня я не могу ножницы держать, потому что может он лопнуть и будет ужасно больно. Вот, все закрыла, потому что персик лезет. Да, и черную смородину я хочу взбить с оставшейся этой иргой и заморозить ее. Или я не знаю, или заморозить, или можно просто ягодки заморозить. Но я немножечко взобью, также сделаю где-то, может, пол-литровую баночку. А остальное я хочу сварить джем. Ну, потому что на пироги. И заморозить. Там еще будет, я насобираю. Еще будет ягодка. Просто ягодками заморозить. Вот такие у меня заготовки ягодные. Ну да, будет только черная смородина и все. Еще калина будет там ближе к октябрю. Вот. Малину не знаю. Если я поеду за малиной, то малина будет. Сегодня у нас прохладно. Хорошо. Не жарко, не душно. Прохладненько. Ночь такая достаточно прохладная была. Туман был такой, потом туман рассеялся. Вот такой хороший погожий день. Вот так я закрыла крышечками плотно. И упаковала в мешочки целлофановые. Обязательно, чтобы когда упаковываете, чтобы конец мешочка был сверху. Потому что если вы, допустим, будете тянуть снизу, это сделаете, конец мешочка, вы можете потянуть, крышечка откроется, и все будет у вас на полу. А так вы сверху все видите. Видите? Вот так мешочек. Вы сверху все видите. И сейчас я поставлю морозилку и все заморожу. И будет так храниться.